Вот такой с утра капец. Вот как я помыл машину тряпкой. Половину все. Так все. Заморожено напрочь. Морозик, наверное, нормальный ночью был. Всем привет. Время 8 утра. Пятница. 13 декабря, а то обычно я забываю, какой день недели. На улице сегодня, я не знаю, сколько был мороз, минус 10, наверное, точно, потому что все окна видели замороженные. Ну что, начинаем сегодняшний, как я говорю, марафон. Посмотрим, насколько сегодня меня хватит, сколько часов надо бы поработать. Но вот предыдущий раз после 11-часовой смены я, конечно, долго восстанавливался, прям мало того, вообще не хотелось выходить, и физически прям что-то устал, то есть ролики полдня монтировал. В общем, поехали, посмотрим, что сегодня принесет Яндекс. Показывает, что повышенный спрос. Так, на верхушке у нас и на московском 290, верхушка 320, но я в нее уже не попаду. Многие спрашивают, что у тебя за таксометр. Не знаю, ребят, я парки меняю, когда у меня эти функции остаются. Яндекс ли выбирает, как эти функции давать. То есть у меня есть домой две поездки, как всегда, по делам одна поездка в день. И функция «Мой район». Функция тестируется. В роликах, кто смотрит, видел, я ее включаю. Думал, что это в моем парке включает. Я не знаю, по какому принципу Яндекс выбирает. Но эти функции есть и в других парках, когда я выбираю. Давайте поставим, я не знаю, автозавод неохота крутится. Давайте по делам. Так, куда лучше поставить? Давайте все-таки Сбер. Может кто-то еще поедет. Заехал на заправку, стоит около колонки, говорит, я один, все, больше не заправляю. Я говорю, так воткни этот самый пистолет, тебе жалко, что ли? Вот знаете, из этой, вот, каждый суслик агроном. Ларина, давай поймем, все равно наверх еду. Выключил по делам функцию, потому что... Куда через 100 метров на светофоре поверните направо. Развернуться еще надо будет. А, у материка, наверное. Выключил по делам, потому что уже выезжаю на мост. Поднимаюсь по мосту, погода замечательная, морозец. Рассвет, вон, смотрите, небо какое. Что-нибудь видно. Еще бы заявочки такие же сегодня светленькие были, рублей по 300. Приехал на Ларина. Кстовский район, Мега. Ничего себе, куда меня завело с самого утрища. Солнышко светит. В общем, ребят, первая заявка, как говорят, такая себе. У пацана, говорит, наличка стоит, у меня оплачен картой. В общем, в итоге я оказался 19 километров с автозавода проехал, оказался у Миги, 141 рубль с Ларина довез, отсюда я, пожалуй, наверное, сейчас хрену еду, наверное. Ребят, оказался я на Сурикова, в результате с Миги просто так приехал, в общем, пробег бешеный, одна заявка всего была, сейчас заявка в больнице, к детской, опять тут к шлагбауму, подъезжаю. Посмотрим, куда. Через 100 метров поверните направо, а затем поверните направо. Сергей Есенина. Куда это у нас Есенину-то? Маршрут построен. Поверните направо. Вез женщину, то проедете через стадион. То... туда-сюда. В общем, в результате вместо 190 он 224 получилось. Она мне 238 оставляла, потому что сын дальше ехал один. Ладно. Так, в спину дал. Чё мне дал? $138. Завершаем. Что у нас тут? Ну что, пусто не густо, густо не пусто. Значит, пробег, правда, 45 километров своими пустыми.
500 рублей, что-то там было, 440, следующий. Следующий заказик, 1,5 километра, где? За копейки доехал, блин, снизу, 109 рублей, что-то не ожидал, что так мало. Сейчас комиссию, наверное, снимут. Пробег 50 километров. Как вы пишете, это жесть. Че, ребят, время 10:30. С заказами жопа. По крайней мере, тишина пока, не знаю. Бывает, наоборот, мне нравилось. Город пустой. Удобно даже ездить без пробок. А то вот пробок немножко устал я, конечно. 581 рубль, 50 километров пробег. С 7 часов я, что ли, или с 8 ли, забыл, с скольки на линии. От входа написали, вроде к поликлинике, ко входу подъехал, хер его знает. Деревня Новопокровская. Сколько километров? Это опять что ли моя деревня любимая? Маршрут построен. 5 километров. Так, 132 рубля довез тут бабушку с кем-то, с внучкой, не знаю с кем. И отсюда же, с деревни, по-моему, где-то близко. Да нет, не совсем. Через. Так, ну вроде вон домик виднеется, вот в глубине. Улица Бекетова. Опять все сегодня наличка одна идет. Доехал с деревни, своей любимой, с этой. 213 рублей. Итог 6 заказов, 67 километров, 926 рублей. Сейчас, опять же, повторяюсь, комиссию не снимет. Что, уже хотя бы к 1000 приближается, время 11. Давайте посмотрим, во сколько я выполнил первый заказ. Первый заказ я взял, только 8, значит, 8 я выехал, только 8:36 на Ларина я взял первый заказ, не очень удачный. И вот, видите, 140, 220, 138, 109, 132, 213. Итого 926, повторяю, 6 заказов, 67 километров пробег. Я свернул от дворца спорта уже на Гагарина в сторону туда Щербинок. Думаю, не будет заявок, поеду домой. Пришла на медицинскую здесь, где общага этих иностранных студентов, там, мединститута. В общем, оставалось 10 метров до поворота, но заказ отменили. Так, время 11:20. По суммам ничего не изменилось, в общем. Очень порывает опять нажать кнопку по пути домой. Сейчас до перекрестка доеду, как раз направо, там и Гагарин тоже выезд есть. Только хотел включить, 600 метров дал на улицу Терешковой здесь. Хороший здесь такой райончик старый, вот где Сахарный Дол, вот здесь, кто знает, где полицейская академия, это, у меня тут бабушка раньше в этом районе жила. Так, приехал на Ашарскую, опять на верхушку, завершаем 148 рублей, продолжаем, 5 звезд ставим, зачем ты ставишь 5 звезд, 1074 показывает, сейчас вычтет комиссию, думаю, 7 заказов. 77 километров пробег. Сейчас навигатор выключу, он замучает сейчас. Так, на линии я уже 4 часа с 8, грубо говоря. Так, никто тут не пипикает. С 8 до 12 дня уже без 15. Так, 7 заказов. Блин, 77 километров, 80 километров пробег, 1074 время. Навигатор ведет прямо внутрь банка в ворота центрального, или какой, на Покровке. Остановился, жду, выйдет, не выйдет. Опять наличка. Одна наличка сегодня почему-то
Нет, сели не ко мне. Может, перепутали. На один тот же адрес два такси. 76 рублей. Слава богу, без вопросов. 76 рублей. Чувак оставил 100. Слава богу, не стал искать эти копейки. Я не понимаю, что сдача должна быть, но... я судя по себе, когда не хочется давать, жмотишь бабки, так ты поставь карточку, да, чтобы списалось. А коли уж ты едешь, видишь, что у тебя стоимость копеечная, так уж будь добр, мне кажется, может, я не прав, пишите в комментариях, найди мелочь, чтобы дать водителю сразу, раз, как говорится, экономишь, раз там денег нет, там туда-сюда нищеброд. Дай мелочи без сдачи, все, без вопросов, просто искать вот это, мне кажется, неудобно. Вот видите, только собирался домой поехать, да? Как пошли заказы. Один, второй, вроде по сотке, но не замечаешь, время летит и потихонечку сумма увеличивается. Но когда вот начинаются прогалы, меня начинает изнутри трясти просто. Вот такой я человек, я не могу вот сидеть на месте ждать. Надо что-то как-то, чтобы движуха была. Ребят, заявки кончились. Время 12:08. Поставил по пути домой. Вчера по пути домой заявки 3 попалось. Посмотрим. 18 километров ехать, 39 минут. Все, поехали, глянем. Доехал 12 километров до проспекта Гагарина, до импульса здесь, в сторону дома. 244 рубля. Заказ будет оплачен картой. Так, и следующий заказ не успел глянуть даже. 2 километра куда? Метров. Поверните направо. Маршрут перестроен. Так, вниз что ли туда? Что-то я не соображу. Да, куда-то к Мызи что ли, по-моему, говорит. Давайте посмотрим. В общем, типа 2 километра в обратную сторону спуститься к Мызи. И там... там ждет меня типа Чубрик, типа в сторону дома, а может и просто в Щербинке. Посмотрим. Улица Спутника, 215 рублей. В общем-то, доехал я до автозавода нормально. Итог получается, я на линии 5 часов с 8 до часу, да, 8 плюс 5, сколько будет, 13 часов, с 8 до часу. 1578, 10 заказов, пробег 106 километров. Вот, сейчас, наверное, домой, сейчас пробки начнутся, перекушу, а там по состоянию. Или же выйду еще, сегодня не знаю, как будет пятница-то. Одни такси кругом, ребята, не задумывались. Кто-то мне тут сказал... мысль такую, или я где-то услышал, что пробки в городах, ну, Москва, Нижний, там крупных, Питер, может быть, тоже. Из-за того, что сейчас так машин такси развелось на дорогу столько, мама не горюй. В общем, еще раз, 1578, 10 заказов, 5 часов на линии.